Тимати презентовал свежий клип под названием «Мага». Колоритный клип с искрометным юмором рассказывает историю женитьбы на Кавказе. Женихом в клипе стал Игорь Николаев, его невестой выступила Юлия Мазур. Жених нанимает организатора свадьбы по кличке Мага, после чего все идет совсем не так, как планировалось, зато весело и с размахом. Тимати в клипе вновь в роли Теймураза, известного зрителям по предыдущей видеоработе «Баклажан». Также в клипе задействован Александр Ревва. Тимати признался, что уговорить Николаева на роль жениха ему удалось лишь после нескольких провальных попыток. Позже Николаев поделился впечатлениями от совместной работы и сказал, что надеется на крутой результат. А сам клип уже можно посмотреть, ссылка будет в описании под видео. И не забудьте после просмотра поделиться своими впечатлениями в комментариях. Всем пока! Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и получайте ежедневную порцию интересных новостей и фактов со всего мира. Всем пока!